6 июня в Украине отмечают очередной профессиональный праздник. На этот раз День журналиста. Первыми чествовали запорожских работников масс-медиа в областном военкомате. Представители командования поблагодарили репортеров за помощь в просветительской работе, поднятие авторитета армии, информационное сопровождение призывных кампаний. От имени областного военного комиссара журналисты получили грамоты. В числе награжденных были и сотрудники телеканала «Алекс». Тобто своєю повсякденною творчою працею вони підвищують імідж Збройних сил України, авторитет військової служби, ну і допомагають командуванню вирішувати всі поставлені завдання, що стосуються реформування і розвитку Збройних сил України.